Сроки весенней охоты 2013 года определены. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Минь. Поохотиться в Ивановской области можно будет в течение 10 дней в период с 20 по 29 апреля. Стоит отметить, что охота в этом весеннем сезоне пройдет по новым правилам. На всей территории страны запрещена охота на вальдшнепа на утренней тяге, охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на таку, а также охота на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания подранков и подачи добытой пернатой дичи.